Обучение в школах из-за пандемии в последние два месяца проходило в дистанционном формате. Для многих испытаний оказалось не из легких, но только не для Александра Волкова. Юный математик из Чувашии занял первое место во Всероссийской олимпиаде среди учащихся первых-четвертых классов. 5+ Александр заработал тоже дистанционно. Третьеклассник из Шумерли учится в студии ментальной арифметики «Пифагорик». Увидев, как в передаче «Лучше всех» дети быстро проводили сложные вычисления в уме, Саша заинтересовался методом и не заметил, как втянулся в практику. Сам он говорит, что заниматься несложно. Саша решил проверить свои силы во всероссийском конкурсе и выиграл. Его педагог Ольга Михеева отмечает, занятия ментальной арифметикой положительно сказываются на успеваемости ребенка и на его умении быстро думать, считать и самостоятельно принимать решения.